Ребята, всем привет! Вы на канале Мульчер Эксперт. С вами Антон Хатунцев и Алексей Сафронов. Сегодня мы находимся на мероприятии в городе Губкин, Белгородская область, мотокросс. Алексей, расскажи, что здесь происходит, чем ты здесь занимаешься и как давно ты этим занимаешься? Значит, вообще мероприятие проводится вообще первый раз в Губкине, зимний именно кросс. Так соревнования проводятся традиционно, там весна, осень, но это именно зимой решили попробовать. Значит, соревнования, еще раз говорю, пробные. Вот, спортсмены у нас приехали, это Белгородская, Липецкая, Воронежская, Курская область и Белгородская, соответственно. Вот. Сколько всего собралось мотоциклистов? Спортсменов собралось больше 30, но это по меркам, это маленькое количество, потому что сейчас молодежь такая, больше в ТикТоках, там все это сидит, ну как-то больше, то ли лень, то ли вот они. А какая раньше возрастная категория? Возрастная категория от 6 лет, и самый старший пенсионер у нас, по-моему, 66 лет. Берем интервью у самого молодого участника соревнований. Как тебя зовут? Марк. На чем ты ездишь? Где твой мотоцикл? Вот в прицепе. В прицепе? Уже его поставили? Пойдем посмотрим, расскажешь нам о мотоцикле. Пойдем. Иди, Боря, вытаскивай мой. Вот он. Вот этот? Да. Так, это, ты знаешь, какой объем двигателя у этого мотоцикла? Помнишь? 50. 50 кубов? Угу, 50 кубов. У него колеса шипованные. Да. Давно ты занимаешься этим спортом? 2 года. 2 года? И ты вот на самых больших буграх умеешь прыгать, да? Да. Ничего себе. А как зовут твоего тренера? Евгений Андреевич и Титов Алексей. Молодцы, молодцы. А команда, сколько у вас человек молодых таких? Сколько детей занимается? 10. 10? Да. Молодец. Саша. И какие планы у тебя на будущее? Как подрастешь? Стать чемпионом мира. Чемпионом мира? Да. Держи 5. Молодец. Сейчас берем интервью у самого старшего участника соревнований. Представьтесь. Шестаков Вячеслав. Давно занимаетесь спортом? Первый раз я поехал в 73-м году на 175. 23 февраля, город Шебекин, Белгородская область. Вот это я первый раз поехал на соревнования на классе 125 юнош. А сегодня вы на каком мотоцикле? Сегодня я езжу на КТМе 450. Он? Да, номер 500. Номер 500. Вот, могу... Расскажите немножко о мотоцикле своем. Очень современный мотоцикл. Год выпуска 19-й год. Ну вот, пробег у него уже больше 120 часов. Ну, сейчас нужно будет его немножко реставрировать. Проверять. Вот видите, болтик сегодня потерял, заменил на отечественное. Вот поэтому, ну а так как бы я доволен, погода такая прекрасная, трасса вычищенная, дома, ну как-то хорошо ехалось. Вот ехал я за город Губкин, за ДСАФ Белгородской области. Так, и вы сказали, скорее всего, вы заняли первое место. Да, скорее всего, судейство. Но по моим подсчетам у меня первое место. Я приехал вторым и первым среди своей возрастной группы. Как вы думаете, чего у нас не хватает или что нужно для развития мотоспорта вот в области, в России? На мой взгляд, нужно волевое решение руководства. Местное, региональное и Российской Федерации. Если будет волевое решение, значит, спорт подымется и массовость, и все будет это. А так дорогой спорт ездит в основном за свои, как говорится, кровные или заработанные. Ясно. А вы спонсоры только у нас в области участвуете или выезжаете в регионы? В этом году, в 21-м, я везде выезжал. И многих вы приезжал в призах. В Ельце, в Борисоглебске. С Копиной я не попал в призы, но там совсем другие были участники, там, которые ездят на России, на Европе люди. Ну, в общем, это не мой класс. А межобластные я в призы. В Борисоглебске я был вторым, в Ельце третий, в этом самом Обнинск под Москвой четвертый я был. Ну, мы очень много ездили в Россоши. Тоже я не приехал до призов, немножко, не хватило 10 метров, я четвертым приехал, там был чемпионат России этап, в 17-м году я там выиграл второе место, а в 21-м году я не выиграл там призового места, не повезло мне. Ну что ж, крепкого вам здоровья, спасибо. Развития в спорте, спасибо. Спасибо за интервью. Спасибо.
раньше, если, допустим, были, проводили зимние соревнования, то их ждали, там массово приезжали с Украины спортсмены, там выезжало одних детишек там, по 20, по 30 человек, то есть ну, много было спортсменов, потому что все ждали, телефонов не было, и зимние соревнования считались. А что это за место вот сейчас мы находимся? Место это была, так скажем, свалка Грачев Лог. Ну, сюда мусор сваливали, и мы с 2013 года потихонечку здесь убираемся. Как-то это выкуплено или в аренду? Нет, это нам администрация дала на безвозмездной основе данный участок. Это спортивная площадка именно под мотоспорт. Сами подготовили ее? Да, да. И мы полностью сами готовим, хотим дальше тут мероприятие уже проводить. То есть свет будет, чтобы полив, чтобы не только именно мотокросс был, но и дальше будем расширяться, чтобы именно была такая функциональная спортивная площадка. А ты вот в этом мотоспорте, ты вообще как ты туда попал и чем, как тебя туда затянуло? Это, знаете, как больше, наверное, кто будет смотреть, если спортсменов больше, наверное, согласятся, что это секта такая, это вот образ жизни, это болезнь, ты этим живешь. Это сказать, что прям это спорт, но вот это вот такой образ жизни, потому что и как кочевники ездим, спим в машине, в палатке, то есть постоянно двигаемся по всей России, участвуем. То есть, ну, да, помимо соревнований в Губкине еще куда-то ездите, выезжаете? Да, да, мы ездим, начинаем там, от Краснодарского края и Татарстан. То есть, ну, Россию охватываем, там, 1500-2000 километров ездим, без всяких проблем на соревнованиях. Раньше команд много было, в Губкине, допустим, было всего три команды. Это комбинат, шахта, Лебединский ГОК и ДСАФ. То есть этим город жил, ну, раньше модно было, все поддерживали, то есть вид спорта поддерживался, и запчастей было море. А сейчас это все легло на частные, то есть на родительские плечи, и в основном, то есть это родители занимаются своими детьми, которым, опять же, позволяет возможность, потому что вид спорта дорогой. Ну, а это мероприятие, оно как-то, оно платное? Как поучаствовать в таких мероприятиях? Нет, мероприятие бесплатное, опять же. Все вот организаторы там смотрят, да, кто-то берет стартовые взносы, кто-то не берет стартовые взносы. А так зрители бесплатно, спортсмены бесплатно. И вот кто есть, как говорится, добрые люди, которые помогают на организацию мероприятия. И вот такие вот мероприятия и проводятся. Чем могут помочь наши зрители вам в развитии вашего такого прям детища? Так, всем в этом спорте. Рады. Большой, очень большой вопрос стоит финансово, потому что нанимать технику очень дорого, да, потому что час работы техники стоит, а здесь постоянно надо и что-то, и трамплины надо доделывать. То есть если ее подвести под стандарт, там, если взять соседний регион, Курская область, там ребята, у них есть техника своя, они заехали, потом, ну, возможность есть. Заехали, такую шикарную трассу сделали, что чемпионат России спортсменов меньше сейчас собирают, чем к ним приезжали вот по осени спортсмены. Mm-hmm. То есть все упирается, как говорится, в возможности. Если вот есть частники у нас, ребята, у кого возможность, там, у кого есть трактор, у кого поручик, попросишь, приедут, почистят, подсыпят, делают. С какими трудностями, сложностями сталкиваетесь в организации таких мероприятий? О, да и трудности у нас, скажем так, не мешают нам, не запрещают. Трудности, понятно, что есть везде, но нам не запрещают. Хотелось бы, конечно, чтобы шла поддержка там и со стороны администрации там побольше, но не запрещают. Расскажи, вот начало мероприятий, потом цикл, допустим, молодые участвуют, взрослые участвуют, и чем это заканчивается, да, все мероприятие? У нас, значит, получается так, что здесь распределяется как по возрастной категории, так и по объему мотоцикла. 50 кубиков, полтосики мы ее называем, самые маленькие, 6 до 8 лет. Угу. Потом идут 65, 65-ки идут, это 8-12 лет спортсмены. Потом идет 80 класс, это 11-15, это уже такие подростки, уже мощные мотоциклы. И потом идут все старше, и до ветеранов доходит. И это кажется, что с виду сейчас я сяду там и поеду, полечу. Нет, очень большие физические нагрузки спортсмены испытывают. К примеру, там, попробуйте упражнение одно поделать там, в течение там, 20 минут, да? Там, упал лежа, отжался, подпрыгнул. Вот так вот 20 минут, и еще и плюс себе напряг, там мотоцикл весит 130 килограмм, и 130 килограмм там еще потягаете. Вот приблизительно получите ту нагрузку, которую испытывает спортсмен во время заезда.
Как ты сейчас видишь, в России вообще развивается это дело, мотоспорт? Да как сказать, все, да, развитие идет, ребята там уже такие, ну, есть, опять я говорю, это вот кто с советского времени еще идет, угу. У кого есть там возможность, там, да, сейчас там это предприниматели, у кого есть возможности, и они там строят уже, если там взять Найком набережной Челны, там, Наиль, я не знаю, откуда у него вообще такой, там, он такой комплекс завабахал, в России еще таких нету. То есть есть ребята, которые именно вкладывают душу. Я говорю, опять набережные Челны, Наиль. Там, я не знаю, этот человек, мне кажется, там он все вложил, он полностью весь отдался. И это достойный пример, который есть. Есть еще трассы, там, Ковров. Да, ну, Ковров это потому что город, ну, родина мотоспорта. Там, понятное дело. Ну, тоже там у ребят тяжко все. Там они, у них стадион там свой. Вот хотелось бы, чтобы наша, наверное, так скажем, администрация больше уделяла техническим видам спорта в России. И не только футбол, там, волейбол, да, я не говорю, что это плохие виды спорта, но именно технические виды спорта, чтобы ребята вылазили с телефонов и приходили, занимались именно техникой, чтобы у ребят было понимание, а не так, как сейчас сидят в ТикТоке. И в 20 лет пацан не знает даже, где щуп масла поглядеть. Вот, чтобы хотели. Если бы они сделали бы это, там, такие же секции, как футбольные, там, волейбольные, вот тогда бы уже развитие было бы совсем другое. Да. Такие же комплексы бы строили, хотелось бы, хотя бы, там, как футболу, да, выделяются, угу. Стадионы. Пожалуйста, ребята, конечно, у них будет показатели, не показатели, а технические виды спорта, ни картинг, ни вот, ну, все задушили, так скажем. И из-за этого все так плачевно. Ну, я думаю, у нас все впереди.